Привет, мои дорогие! Сегодня понедельник, 27 декабря. Скоро Новый год. У нас минус 23, хотя так интересно, на всех сайтах стоит, где минус 17, где минус 15, но у нас минус 23. Ну что поделать? Так, горлышко мое получше. Вчера целый день полоскала фурацилином, сосала фарингоцепт, в общем, это самое. Так, вроде ничего. Но почему-то вот горло драло до ужаса, и голос еще до конца не восстановился. Я пошла в магазин закупаться к Новому году. Кое-что мы уже закупили. Кстати, мои дорогие, что вы будете готовить? Я не знаю, мы будем собираться нашей компанией, мы еще не решали. Но как-то у нас это, знаете, традиция: оливье, селедка под шубой, на горячее пока не знаю что. Да, очень люблю, знаете, такой салатик с фунчозой. Наверное, я его буду делать. Мне он очень нравится. Там фунчоза, вот эта вот лапшичка, отварное куриное мяско. Можно еще обжарить грибочки. Там еще морковка по-корейски. Можно свежий огурчик, можно кукурузку. Ну, в общем, можно фантазировать. А еще я очень-очень люблю салат с кальмарами. Кальмары, вареные яйца, маринованный лучок. Немножко его мариную. И свежий огурчик, и заправка сметана, можно добавить немножко майонезика, горчицы можно. Ну, в общем, вот как-то так. Да, я приду с магазина и покажу, что купила. Всем доброго утречка, если у вас утречка, я готовлю себе завтрак. 2 яйца, щепотка соли, насыпала красной подкопченой паприки и еще немножечко черного молотого перца. И положу. Не знаю, посмотрю сколько. 1 столовую ложечку или 2. Это перемолотая кукурузная крупа. На кофемолке мелю, чтобы было помельче немножечко. Но не мука. Вот именно не мука. Чтобы был медленный углевод. Столовая ложечка с горкой получилась ровно 20 грамм. Сейчас вилочкой все хорошенечко перемешаю и выпеку блинчик. И сделаю начинку. Он у меня замечательно переворачивается. Я делала вчера себе такой же завтрак, решила поэкспериментировать, но допустила ошибку. Зачем-то я добавила в него подсластитель, хотя начинка у меня была не сладкая. Поэтому сегодня я такую ошибку не допущу, и он будет еще вкуснее. Вы знаете, мой любимый завтрак – это овсяный блин с творогом. Вот, а это, по-моему, будет мой второй фаворит. А начинку я как-то делала такой блинчик, но немножко другой, по-моему, с овсяной крупой, тоже перемолотой. Творожный сыр. Я намазывала тоненько творожный сыр и закручивала рулетик. Вот, можно и так делать с творожным сыром. В общем, начинка может быть любая на ваш вкус. А для начинки я сегодня взяла ливерная колбаска, там у меня ее 57 грамм, и 2 слайса вот такого сыра сэндвичного. Все. И вот такой у меня овсяноблинчик с начиночкой. Буду завтракать, пока тепленький. Кружечка кофе с молоком. Всем приятного аппетита, кто кушает. Очень сбалансированный завтрак. И медленные углеводы, и белок в виде яиц, и сыра, и колбаски. Ну, конечно же, не овсяно-блинчик, а кукуруза-блинчик, оговорилась я. Вот смотрите, я посчитала его калорийность. Вот это вот сверху, вот это написано, вот. А это тот, что у меня получился вчера. Тут у меня колбаски было побольше. Вот. А этот вот сегодня. И вышел он у меня вместе. Ну, это молочко в кофе. Тоже сюда же посчитала в завтрак. И вот завтрак у меня вышел на 450 килокалорий. А когда я делала такой же почти блинчик, только с овсяными хлопьями перемолотыми и с творожным сыром, он у меня получался где-то на 320 килокалорий. То есть он был менее калорийным. Ну, конечно, потому что здесь и этот сыр по калорийнее, и колбаска вот тоже дает вот такую калорийность. Но, что хочу сказать, вчера после завтрака, вы знаете, у меня была сытость на 4 часа. Просто абсолютно. То есть вот эти вот и медленные углеводы, и белок дают очень хорошую сытость. Есть долго не хочется, потом у меня был перекус, потом уже обед. Вот так что... Значит, у меня теперь будет 2 любимых завтрака. Это овсяно-блинчик, ну и такой вот, просто в овсяно-блине там одно яйцо, перемолотое, кстати, тоже его можно делать и с кукурузной крупой, вот, и молочко, а здесь 2 яйца и без молока. Ну, то есть, экспериментирую, меняю вкусы, вот, чтобы было разнообразнее. Вот, мои дорогие, это то, что мы с мужем налепили вчера.
И до этого, в общем, лепили мы пельмени 2 вечера. Получилось у нас из 2 килограммов теста и 2,5 где-то с хвостиком килограмма фарша, ну что, где-то 4,5 килограмма пельменей. Вот. Это они у меня замерзли там на холодной веранде, где -23 градуса. Сейчас я их по мешочкам разложу. Все, и туда же уберу. Вот такая красота. А вы, мои дорогие, делаете что-то к Новому году заранее? Я всегда планирую, что вот тогда-то мы должны слепить пельмени. Завтра, получается, будет 28 число. Я, скорее всего, засолю селедочку сама. Нет, скумбрию мариновать я буду попозже. 29 или 30 я сделаю сама морковку по-корейски. Люблю все делать сама. Не нравится мне ничего из магазина. Селедку купишь вечно, то пересоленая, то какая-нибудь старая. Морковку по-корейски в магазине тоже никогда не покупаю. Делаю все сама. Так, мои дорогие, как и обещала, как приду из магазина, покажу. Вот такой мой улов. Почему говорю улов? Потому что у меня тут именно что рыба и еще кальмары. Значит так, вот я купила 3 свежие селедочки. Я вам сейчас скажу, что у нас почем. Сейчас. Так, селедочка у нас по 125 рублей. 3 штучки у меня вытянули на 750 грамм. 93 рубля. Вот представьте, если бы я покупала соленые, были бы, во-первых, дороже, во-вторых, не такие вкусные, как я сама сделаю. Так, здесь у меня 2 штучки скумбрии. Я их тоже какой-нибудь маринадик. Есть у меня на примете один прикольный маринад. Так, скумбрия у нас по 208, 780 грамм на 162 рубля. Это в одном магазине. Здесь у меня гора минтая. Кстати, из минтая сейчас буду делать замечательный рецепт на ужин или на обед, не знаю. Может быть, на обед, а ужин. Так, рецепт выпущу отдельным роликом. Рецепты, когда вот так вот делаю, я стараюсь их выпускать отдельно. Получается, что, скорее всего, он уже на канале, потому что я не буду 2 ролика делать в один день. Значит, оставлю на него ссылочку, если он уже есть. Так, это другой магазин, сейчас скажу. Минтай, кило 900 по 139 рублей. Вот, не знаю, весь у меня пойдет, не весь, посмотрю. Ну, взяла, потому что крупненький, вроде светленький, такой хорошенький, люблю рыбку. И кальмары, боже. Представляете, у них все были нафасованы вот такие огромные. Сейчас немножко, наверное, дам им подтаять, чтобы мне их разделить. Дело в том, что кальмара здесь кило 600. Это если где-то примерно по полкило на 3 пакетика разделить. Вот кальмар у нас по 316. Это 511 рублей. Вот, но обожаю кальмары. Это практически чистый белок. С него можно делать низкокалорийные блюда. Он и вкусный, и полезный. В общем, я его люблю. Вот такие вот у меня сегодня. Тащила в 2 пакетах, в 2 руках. Потому что мужчины мои, один на работе, второй на учебе. Что делать? Покажу еще. А вчера мы с сыночком в Магнит, он от нас очень далеко, ездили с санками, представляете? Ну, там у нас и лук, две курицы, я взяла еще что-то еще. Вот взяла яблочек, мандаринок. Вот так что говорю, сыночек, давай берем санки и поехали. А вы закупаетесь, мои дорогие, к Новому году? Кстати, на перекус. Вот прошло уже 3,5 часа после завтрака. Я абсолютно еще не хочу есть. Так что, ну, не знаю, сейчас как захочу, перекушу. Потому что хочется немножечко это подразгрузиться к Новому году. Потому что вес опять у меня стоит. Стоит и стоит. Ну, что делать? Не растет. И слава богу, пока стоит. Съем я, наверное, мандаринку и яблочко на перекусик. Какой-нибудь поменьше надо. Красивенькие. Вот такой у меня будет перекусик. Вот, мои дорогие, время уже 7 вечера. Мой обеда-ужин. Пюре 116 грамм. Калорийность пюре 78 килокалорий. Вот. Только что считала. И рыбка под шубкой. Минтай под шубкой. Получился он калорийностью 74,4. Здесь его 277 грамм. 2 кусочка. И весь ужин у меня на 296 килокалорий. На перекус у меня было яблочко, мандаринка и бутылочку йогурта я выпила. Ну, потому что время-то уже вон сколько, я, считайте, вместо обеда это у меня было. Вот у меня получилось фрукты и йогурт на 340 килокалорий. Потом я съела зефирку. Да, мои хорошие. Ну вот очень-очень мне захотелось. Я была голодная, и у нас оставалась одна зефирка. Вот. И обеда, ужин. И вот за весь день у меня 1214 килокалорий. Вот, пожалуйста. Всем приятного аппетита, кто кушает.
Не уходи, побудь со мною. Здесь так отрадно, так светло. Я поцелуями покрою уста и очи и чело. Я поцелуями покрою уста и очи и чело. Побудь со мной, побудь со мной. Не уходи, побудь со мною. Я так давно тебя люблю. Тебя я лаской огневою и обожгу, и утомлю. Тебя я лаской огневою и обожгу, и утомлю. Побудь со мной, не уходи. Побудь со мною, пылает страсть в моей груди. Восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи. Восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи. Побудь со мной, побудь со мной.